она трёх. Давай, начинай. Потом от ног. А я что, подать? А ты вообще ничего не делал, ты вот это сделал. Отпрыгни, покажи руки. Делай еще раз солдатик. Думай про солдатик, ты просто ты все делаешь очень коротко и все. Назад начинай. Солдатика назад, козла. Давай сразу козла назад. Ты просто, у тебя не в раскрытии проблем, у тебя в начале. Ты в начале ничего не делаешь. Ты отпрыгни, отпрыгни, покажи руки. Представь, что ты прыгаешь в зале, щупу назад на спину. Саш, ты в наскоке, не толкаешься в толстовый. Отпрыгни, ты в толстовый спереди. Вот сюда же отпрыгни, прям показать руки, не срывай, да. Вот чуть попозже все делай, по амплитуде. Все, что прыгать? Только не сразу, можно вербать? Ладно, ладно. Давай. А что ты ногу согнул, Билан? Держи ноги, еще разок. Давай начнем тогда с... Я вообще хочу под себя еще с тобой повторить. Давай. Нет? Это нормально, это я могу. Давай козла вперед сначала, потом под себя сделаем. Сашка, через верх толкай, сразу ноги снимаешь, выпрыгнуть. Это за это. Спасибо. А? Что там? Ноги снимаешь, сразу доски, ты отпрыгни, дотянись, потом только уходи в прыжок. Не понимаешь, что делаешь? Да, я понимаю, что надо сделать. Давай, может быть, попрыгаем с тобой вот это, как мы с каменной прыгали. Помнишь, из приседа вылет? С трешки, да? Да, с каменной. Давай сделаем. Может, начнем с попы? Нет? Спас. У тебя ошибка. Я хочу ход вспомнить, я ход. Делай прямой спас назад. С трешки? Да. Вот так, да? Да. Молодец, так всегда. Свалился. Ай, тут камера уже стоит. А чья камера? Давай садись. А что, Саша тут? Это же Саша? Да. О, что-то Дмитрий Иванович совсем уступал. Ой, Юрка, молодец! Только надо начать! Вот сразу уже поставите, козла под себя... козла вперед с места! Сначала солдатик с места, солдатик с группировкой, и козла вперед с места. Наверное, на один пустой. Солдатик с козлом. Дальше назад, полтора.
прыгну и растянуться должно. А ты что-то руки туда-сюда, туда-сюда. Нормально. Да. Ну да. Спасите меня, пожалуйста. Привет. Юр, козла. Сашка, выше столбчковый, наверх. Так, начинаем. Спад вперед, летит вперед, пойдем вперед. Спад вперед, летит вперед. Ох, Юлька, какой красивый носок. Зато носок красивый. Ноги оставь перед собой, не надо туда тянуть. Переходишь, вот здесь оставляй, а то вперед. Сашка, на сколько надо руки ушам поднимать, а они у тебя вот здесь вот. Куда и улетел. Ты все больше не будешь париться? Как раз время остыть. А ты торопишься быстрее свалиться и сделать прыжок. Вот на сколько подожди, правда, не первый и второй раз. Носки и прыжочек. Лёх, ты прыгнул, голову задрал, выпрыгнул и посмотрел на свои носочки. А на носки-то надо смотреть, чё ж ты голову-то задрал. Ох, какой красавчик. Айда, Юра, айда, молодец, только открываешься. Пятки у него в кухне, а надо открываться. Ты как же видим, округленным, да? Еще разок. Да, да, начинаем. Да, я присяду на 2 минуты. Уши зажать, уши зажать. Давай, Пинфин, хорошо будет. Ой, подожди, Пинфин, подожди. Так, давай-ка вот с этого трамплина прыгать. Тут куда-то меня укрываешь, а тут тоже. Никак-то не сиганет. Это мой живой барьер. Да, вот так. Юль, вот так. А что ты там? Сигнализируешь кому-то? О, какой молодец. О, Сашка, вот это да. Это уже гораздо лучше. И мы ручки с ушам поднять, и отсюда же я вот сказала. Показать, как лучше уже, чем раньше. Да, конечно. Даже не сравнить, вот так вот открывай всегда вот переступки должны быть. А что ты переступила назад, да? Высота-то неплохая, обладаешь полтора блокировки. Я сразу поняла, что это не так. Я их хотела себе. О, вот это другой. Это видела? Я его не видела. Ну вот, молодец. Да. Хотел солдатик из 30. Солдатик из 30. Сейчас сходить купить воды. Да ну ладно, сиди, остывал. Люха, меньше наклоняйся вначале, ровнее, ты себя несёт. Не можешь нас услышать. Чувствуешь, куда ты прыгал? Я подождал, ты мне секунду сказал. Подождал, смотри, на второй раз взял и свалил. Зачем? Что это я? Правильно стал, на первом нет. Знаешь, что ты? Нет, а ты стал школу, ты летим вот включаешь. Закрытие, закрай. Лёха, прыгай с любого, хватит там. Я не видел. Лёха опять всё забыл, на скоке таз ставить, руки к ушам. А у тебя руки опять вот здесь у глаз и вот такой вот наскок со ставленным тазом.
слухаешься, ты слышишь обзор, и вдруг прыгай в полную силу, делай грамотный перевернёт. А ты, блин, сышишь. А ты отпрыгни. Отпрыгни, покажи руку прям мощно. Понятно? Вообще не казалось. Ты еще раз. Да не простите, ошибки, там начальник. Нажимаешь. Ты отпрыгни. Yeah.
А теперь с группировкой давай. Я что-то с Саней пропустила. Что-то видела, что он ляпнулся. Саша! Больше. Что-то Наташа, я забил на Инстаграм. Когда стоишь, а, что у тебя вот ладошки кодекс уголок развернули? Еще раз? Она это... Видно в юкон. Еще раз или уже дальше? Еще раз! Давай еще раз и потом дальше. Да. Это Леха и Леха, да? Да. Попробовать спокойно, насколько ты совершишь. Летит, это летит, потом ставит стопор ногу, да, и отпрыгивает ногу. Лёха! Лёха! Старайся на скоке, помедленнее идти, ты
бежишь, как на пожар. Руки не вынес, да, руки вот здесь остались. Ну, правильно, хорошо, но ты... Вошел-то круто, но это, понимаешь, это страшно на это смотреть. Пчела хорошо, а что с открытием? Надо было в тазу выпрямиться. А тебя как будто там круто. Да, да, да. И чего? Вот поначалу мне очень понравилось. А тебе еще много прыжков надо, да? Блин. Давай дальше. Щуку назад или козла? Вася, руку после поворота не убирай вниз. А вниз на улице с собой там поставь. Дай. У тебя руки встанут в последний момент. Не лети потом, и болтай. И самый важный. Какая молодец, Наташка. Только руки в конце дают по швам прикладывать. Можно, кстати, полтора. Ага. Нормально. У тебя высоты куча. Ну, если ты не будешь, конечно, передумывать и делать по-другому. Я еще раз. О, молодчик. Вообще там тик-тик-тик. Оп, выпьем. Давай еще разочек, потом с носок солдатик, через носок солдатик. Саня, носок-то был неплохой, а на винт поторопился. Надо было чуть подождать, когда он тебя выбросит наверх. Пока ждешь, забывай. Попрыгай из падики, пока ждешь. Че ж, просто стоять. Самый классный день субботы. Да, а что, людей мало ходит? Людей мало ходит? Людей мало, ты прям концентрируешься, делаешь, делаешь, делаешь. Юра, а что ты стоишь-то? Так, а вставай пока что на трамплин. Плюс времени, ну, больше, чем обычно. Он же делает просто сальто. Лёг, давай на 3 метра, солдатик. Солдатик, группировка, Юр. Полтора ножа. Сальто. Руки чуть повыше подними. Юр, и руки чуть повыше под него. Ой, нет. Начал чуть. Знаешь как? Ты прыг и как вперед начинаешь. Зачем чуть вверх, спичкой назад, еще раз. Туда назад. Вот это ты делаешь. А ты Леху видела? Ты выпрыгнул, солдатик. Попал. Делай солдатика с группой. Я пропустила. Все, ты видела его? Насколько плавный был? Насколько был плавный, говорят. А потом что-то пошло не так. И Леха сапогит он свои на 7 дней. Ноги. Юля, ты можешь в воздухе натянуться, а у тебя, знаешь, вот такая абракадабра морская. Мы вот с детишками делаем такой в первом классе. Морская фигура замри, вот у тебя так же. Натягивать нужно носочки. Красивые пальцы у нее такие, вот такой ручка, красивые сомкнутые пальцы. И опять, куда ты голову там себе засовываешь? Смотри глазами себе. Делаешь группировку, смотришь на воду. Открываешься, тоже смотришь на воду. Куда ты там голову засунула, ты вон видишь пловцов. Один разок? Да? Зачем? Сайта.
Вода внизу, оп, головой. Сейчас очень высоко ноги подбросим. Вот где-то вот сюда. Вот сюда. Чтобы ты повернулся, они еще до горизонта, чтобы не дошли. Не надо выше горизонта. Да, вот здесь поворот, а потом как со стартом. Вперед-назад и улетела, поясница почувствовала, прям очень далеко было. Не было вот этого, оп, через верх. Просто свалилась, попятилась с трамплина и все. Руки из души. Давай еще раз, да. Группировка. Встань. И отсюда сократить на сходу. Очень красиво, только руки у тебя у носа. Надо руки прям к ушам поднимать. А ты будешь выступать на соревнованиях? А чё? Ока! Вытяни руки, виси в них, не опускай их сразу. Выпрыгни, виси. Не, Лёх, расслабься. Ты видела, как я последний раз сколько хорошо? Он нам что-то рассказал про тебя, да? Ага. Ну ты торопыга, Юль, ну подожди его чуть-чуть, с ним работает для чего-то, правильно? Торопыга в каком моменте? Ты торопишься сделать отлет скорее, а как же подождать, пока он тебя выдаст? Подожди! Потом, когда он тебя сбросит, будешь делать свой прыжок. А ты сама с него срываешь. Он у тебя сам по себе трясется так, для вида. Он понимает, он ногой поднимает, таз не чувствует. Он поднимет, зажми таз. Ну, просто периодически напоминает, он забывает. А я тоже не говорю, зажми таз. Оставишь, а в четверг попрыгаем. Оставишь, а в четверг еще попрыгаем. Давай, Вербас. Какие чувства? Я говорю, вас чувствуешь? Нет. Мой вербас так давно не делал. Давай еще. Давай дальше. Давай. Теория. А? Можно теорию? Что? Теорию можно? Теорию так же начинаешь смело. А вот как Катя, как он делает на переход, да? Назар, сначала выпрыгну, как будто сайт. Делаешь сайт. Радость, когда я помню, что я вижу, что я вижу. Начало хорошее. Открываешься как-то вот так вот. Открываешься через уголок, старайся. Ребра закрывать. Лёха, а сделай этот козла вперед с раскрытием телефона. Я программу не слышу. Два элемента потом, два элемента.
Ты с ума, блин, сошел! Я буду стараться. Сашка! А ты давай, ты боишься там красных кусков, я не знаю. Ты сделай, сделай мне дельфина просто назад. Прыгни дельфина назад. Раз, два. Юр, больше козла под себя на сегодня не надо. Мне опять делать одно и то же. Ты говоришь, давай... Только не надо делать скип-раскип. Куда ты начинаешь раскипать в сторону трамплина? А наоборот, еще больше округлись и откройся. Так, Юрка, Пасатулька, кто тебя научил так открываться? Вот так вот. Дельфина. Открывайся. Закрытыми. Чего ж ты там начинаешь открываться? Хотя бы все делаем? Да. Ну ты начинаешь открываться, ты будешь... Дурацкая открытая. Ты делаешь спад в группировку, сидя? Вася! Вот пока ждешь очередь, на дорожку вперед и спись. Вперед, округляйся. Да. Ты делаешь? Да, вот. Руками создаёшь. Да, вот, округляй. А вот сверху на что-то надеваешь. Саш, ты прыгаешь? Ты сразу можешь. Ты назад. Зачем? Я спрятала. Держи. Ой, а что я там? Ой, да, блик с мозгов. Оставил? Или еще раз поставил? Ну сейчас я просто такими глазами. Я ноги все потяну, меня. Давай, Юлечка! Ну сюда их оставь. Оставь их сзади. Это что это такое? Возьми группировку! Что ты там сидишь? Возьми группировку! А я его и так не сделал. Ага. Локти прижми. Сделай на сколько солдатик вперед группировку. На сколько солдатик вперед группировку. Давай, сильно давай, на край давай. Хотя будешь выпрыгивать. Там чуть подальше сядь. Ты так балансируешь прям как между жизнью и... И жизнью. Глеб, давай дельфина назад и дельфина с другими ногами. Разок. Вот здесь ты правильно открываешь, только ноги не натягивай. Открыть это правильно. Юра, прям подальше поясницы и не открываться. Взял группировку и переворачиваться, и делать козла. Блин, я так боюсь, что не возьму. Вот это другое дело. Молодец, запомни этот отлет. Ни в коем случае нельзя на трамплин наклоняться головой. А ласточку назад. Трамплин как ни крути сильнее, кажется. Группировка? Нормально выглядит?
чуть-чуть поближе. Все равно чуть головой себе надо, чтобы прорыть. Не головой, ногами надо сделать отлет. Пошел я, короче, колу купил. Да, хорошо. Попьем? Да? Это как? Ну ты солдатик-то прыгаешь, ты ж так не приседаешь. Ну солдатик, я и головой вниз хожу вообще. Вась, я поглядел. Далеко. Я поглядел. Давай. Юра, а ты козла, прыгаешь как? С работой рук? Козла назад. А вот ласточку назад тоже с работой рук надо прыгать. Давай щупать. Ласточка хорошая. Руками выпрыгнул, дал руками направление, чуть их развел, чуть-чуть, и сильно, и снова сыпь. О, красотка!
Свет, давай я так сделаю. Ай, ты красотка! Запоминай, запоминай как надо. Вот эта оценка будет 8,5. Они вот это поют. Ой, это что, Саша, что ли, да? А, нет, это что, не Саша? Ай, это девушка. Это голова вон там вообще была. Отпрыгнул, плотнее голову опустить, а ты вот что сделаешь. Назар! Назар, еще потянись туда с руками. А ты просто как падал, так и приземлился на борт. Растянись. Мама, комфортно? Крутим. Ты слышишь? Попробуем голову вниз туда сюда. Да, прыгаешь, руки выносишь, закручиваешься, круто. Ставишь, голову вниз опускаешь, воду на руки ставишь. Ой, руки на воду ставишь. Все равно чуть затаскивает. Все равно чуть идет таскивает. А куда ты валишься плечами назад? Ты как солдатика прыгаешь? Плечи держишь над носками, да? А тут куда ты плечами назад дергаешь? Держи. Вась, держал плечи.
Ключи до последнего, так что и руки вот сюда на вход поставил. Жук назад, когда я не сказала, а, да? Плохо сделал до этого, да. Давай назад. Нет, ну все хорошо было, только открываешься, руки вот сюда ставишь, на лоб прилетел. Не чувствуешь? Чувствую, а кроме этого нормально? Да, вот сейчас плечи держал, вот не разматывайся ими туда-сюда. И на назад также, тоже плечи никуда не гуляют, так же стоишь и в одну точку работаешь. Нет, давай, сразу. Щук назад тебе, щук назад. Че? Да, да, конечно. Ой. Это хорошее, хотел бы поплотнее складывать. Ой, я лучше встану. Глеб, давай. Твое дурацкое вот это вот.
Ну, Юрка, ты, блин, даешь. Ну-ка еще раз ласточку сделай. Трешки с метра. С места. Вышки. Че ж ты ноги-то забыл, как поднимать нужно? Да, полтора вперед, трешки. С вышки или с трешки? С трамплина. Юльчик, не кидай ноги раньше времени, открывай прям лодочку. Ой, прям делает, а как бы не лапу. Круглая, да, не надо вот этого вот делать, волну, и пустая, давай еще раз. Пошла. Хотя, за смелость, а за исполнение? Два, да, вот так вот. Что же, за открытие, это дурацкое. Лодочку, лодочку. Сегодня репетировали. Репетировали и не дорепетировали. Ну что? Это уже не нас, это уже лучше. Опа. Надо адреналинчиком колоть. Да, да, да. Все очень медленно. Тебе вот на трешку надо с таким прыжком. Да, надо чуть быстрее, резче все делать. А ты все очень медленно. Медленно согнулся, медленно разогнулся. Все правильно. Но должно быть резче чуть-чуть. Плавно, но не настолько же, что можно поспать. Надо чуть-чуть. Ногами ты упрись, должен толкаться так, как будто с пола прыгаешь. Прям упрись. А там ты до доски, ты остаешься на ней. Козла или чего?
Мне кажется, сделал бы, если да. Я уже прям не сто нахуй, ты просто сам не хочешь туда идти. Мне показалось, что тебя несет нахуй. Ну, мне кажется, тебе надо было как раз поднять да. ноги. Тебя движение задал вот это. Сейчас у тебя как раз было правильное начало, верное. Значит, я не понимаю, что правильно, что нет. Ну вот, и вот это как бы, ну, просто ты прям пошел прямым телом. Да, прям таз пошел куда надо. Вдруг надо стало. А он вместо козла, короче, что-то там не смог. Заскок у него. Юр, в следующий раз надо все-таки козла исполнить, а то это совсем нехорошо. А то вперед не дай. Ласточка хорошая. Лёха, я не пью. Прыжком подкачай кость. Ай, ты дурак. Все испортил этим прыжком. Зачем? Опять начал головой подрываться. А где выпрыгнуть и голову прижать максимально? Поэтому на последний стоит. Ну вот. Все было классно. Вот винты самые какашка и назад. Поэтому не понравится. Одно вперед, синий. Не надо сразу головой. Это вообще кто такой летит? Инопланетянин? Самаритянин? Сначала вы пробуете посмотреть. Значит, на ключе. Куда я смотрю? Куда ты там смотришь? Я смотрю. Да? Как это выходит? Сразу начинаешь поворачивать. Ну, может, ты нас тут не видишь? Но вот внизу. А ты уже там видела? Да. В районе вот все штукатурки. Да, я смотрю на землю. Я поняла. Ножки поднять, Юрка, на шведской стенке. Прыг. Оп. Да. А зачем закрылся? Зачем полностью? Ну, молодец. В следующий раз чуть побольше сгруппируешься.